как бы не начало, а завершение работ практически в первой части сквера. Вот, сейчас на данный момент мы видим выложенную плитку, первая часть посаженных деревьев, как определяли, вторая часть будет выгружена у нас уже ближе к зиме. Потому что по различным особенностям не все деревья можно высадить вот в это время. Вот. Сейчас мы зайдем, посмотрим, но дальше мы не пойдем, вот эти вот делать работы будут. Ну вот эта первая часть, она примерно так же будет выглядеть. Дальше вот эта плитка, эти газоны, все будет так. Ответим на все вопросы, кого интересует. И хотелось бы познакомиться, кто сейчас у нас здесь присутствует, из каких групп социальных. Да, нам кто это? Кто? Общественный совет. Да, общественный представитель. Кстати, подрядчик есть? Подрядчик. Я заместитель главы города Мурыков Василий Вячеславович. Заказчик здесь присутствует. Средства массовой информации, вас тоже знаю. Вы у нас представляете. Группа народного контроля, которая организовала Алексей Викторович в прошлый раз. Харитонов Алексей Александрович. Ну что, пройдем посмотрим. Да, ну согласно дизайн-проекту, газон с цветами. Только цветами, пожалуйста. Цветами, без... Нет, здесь не предусмотрены цветы. Да. Вот, все памятник Ленина облагорожен. Это было так. Ну, кусты это все красиво, но прям через все классный вариант. Конечно. И они такие года, но такое требуют обрезания, довольствия. Первая часть деревьев высажена. Деревья достаточно высокие, где-то 5 метров, где-то 4-5 раз. Я еще хочу отметить по поводу деревьев. Деревья высажены 4-летки, размером от 4,5 до 5 метров. Они быстро растущие, но они идут штамбовые. То есть у них есть определенная высота роста, но потом они начинают расти вширь. То есть у них формируется уже крона непосредственно. То есть они вырастают где-то метром до 8 и просто начинают расти вширь. То есть тот вопрос, который поднимался на, так скажем, что мы будем без тени и все такое прочее, здесь это исключено, потому что клен, он быстро растущий, растение само по себе. Второй, значит, нюанс, что касается самих деревьев. У нас подрядчик заключил со специализированной организацией, то есть с питомником, который непосредственно в течение, как говорится, года календарного будет за ними смотреть. То есть гарантия того, что деревья должны выжить, да? Вот. Если какие-то деревья будут погибать, подрядчики уже за свой счет будут пересаживать все как положено. То есть посадка осуществлялась путем выкопки, значит, ямы вручную, то есть здесь механизированный спуск не применялся вовсе. Все делалось вручную. Деревья были приведены из питомников специально. Оборудование, так скажем, тепла, да. Комом. Вот даже одно дерево, вы можете обратить внимание, с комом стоит. Вот поэтому... Липецкой. Да, Липецкой области. Поэтому, что касается самих деревьев, то есть растительности, здесь идет гарантия уже непосредственно в рамках гражданского законодательства. 5 лет мы на них гарантии имеем. Вы знаете, многим гражданам понравилось то, что...